И всем привет, ребята, с вами снова я, Афан, вы находитесь на канале Afan of Music, и сегодня мы с вами послушаем Психозис и Secret, или Secret 12, не знаю, как читается его ник, напишите в комментариях, если кому-то вдруг хочется. В общем, делая реакцию на альбом Психозиса, и отсюда пошло мое знакомство с ним. Ну, точнее, оно началось еще с трека «Враг», потом вы очень хотели, чтобы я послушал альбом, я его послушал, реакция есть на канале, можете посмотреть. Это прям вообще ебанутая альтернатива, вот прям альтернатива нахуй как альтернатива. Реально, порой мне не нравится качество треков, порой есть такое, но в целом, бля, это прикольный реально чел, и мне интересно, что он сделал. У него, кстати, на самом деле не так много прослушиваний, да, я смотрю, реально. Ну, так-то норм, в целом. А, ну ладно, вот есть дельфины, 13 тысяч, нихуя себе. То есть не так много, на самом деле, у него прослушиваний, как, возможно, хотелось бы, но... Ну вот альбомчик норм набрал. Ладно, это не важно. В общем, действительно прикольный чел, который является нашим, таким сказать, фрешменом, да, ну, точнее, человеком, которого мы добавили в список. Он входит в тех, за кого мы следим. Ебать, обложка ебанутая. Что происходит? Это девушка? А, это девушка, она... Бля, очень ебанутая обложка, тут прям можно посматриваться. Ну ладно, прикольно, положим. Ладно, давайте посмотрим, что это такое, блядь. Ну, естественно, это ебанутая альтернатива. Что я жду? Какого-нибудь разъеба, причем хотелось бы, чтобы это он был качественный по свидосу, как минимум. Давайте прочитаем. Перед тем, как мы, кстати, прочитаем и вообще начнем слушать, хочу сказать, что я прямо сейчас на Твиче нахожусь, ссылочка в описании, мы вместе с ребятами на стриме будем слушать этот трек, так же, как и все остальные, обязательно присоединяйтесь, и Телеграм. Телеграм тоже не забывайте, это тоже пиздец прям важно, там все самые важные, вообще, ёбнутая информация и голосование, там все нахуй, сабайтесь. И мы будем слушать Психозиса. «Синдром Бога» — это русскоязычная композиция, нихуя себе заговорили, блять, представляющая собой яркий образец по панк-рок-музыке. Нихуя себе. Эта песня выделяется агрессивным стилем. Так, я не понял, блядь, почему ChatGPT ебучий писал здесь аннотацию. И провокационными текстами, которые передают чувство собственной значимости и отторжение социокультурных стереотипов. О, это я написал? Реально? А почему ChatGPT, блядь, какой-то ебаный писал? Поп-панк-рок — это живой динамичный жанр, а «Синдром Бога» сочетает в себе энергичные гитарные аккорды, бодрый вокал и бунтарские мелодии. Нихуя себе, блядь. Бро, у тебя богатый вообще запас, это пиздец. Для описания трека «Психозиса». Этот стиль музыки привносит яркие эмоции и вызывает смешанное чувство у слушателей. Такие песни «Синдром Бога» передает чувство надменности и оторванности от общественных стандартов. Он также содержит отсылки к алкоголизму и наркомании, возможно, указывая на тему зависимости. Исполнители с использованием жесткой речи описывают свой «Синдром Бога», который делает их неприступными и безразличными к нормам общества. Этот синдром придает им уверенность в собственной выдающейся личности, несмотря на деструктивные последствия их поведения. Будет очень смешно, если там трек с текстом «Я трахал эту тёлку, я трахал эту тёлку, я трахал эту». Ладно, короче, вы поняли. Но я не верю, что в таком поп-панк-роке, как нам заявляют, будет такой текст. Конечно же, нет. Поп-панк-рок. Интересно, ну... Не слышал такого названия, но как будто реально можно назвать то, что делал поп-панк-рок. То есть панк-рок — это ёбнутая альтернатива, тут тоже ёбнутая альтернатива, но чуть-чуть буквально смягченная, да? Что-то такое. Так и будет. Понял. Дополнительный урок литературы пошел. Да, это факты. Ладно, погнали слушать, а то, блядь, 3, точнее уже 4 минуты нахуй бубним. Слушаем. Let's go. Окей. Ебать, хорош. Ебать. Как это охуенно в своем стиле. Ладно, поговорим потом. О,
Хата съедается. Такое разочарование после такого охуенного припева, реально, вот прям пиздец. Смотрите, я постараюсь объяснить. Я хотел что? Вот тут охуенная, пиздец перегруженная, дико давящая, кричащая, блядь, тема в уши нам. Что битом, что голосом, что сидосом, вообще всем, да? Максимально нас перегрузили. И здесь хотелось, чтобы это отпустило. Но оно продолжается, и оно на таком вайбе дальше идет. Все, ну только свидос меняется у этого, у гостя. И то его реализация хромает, да, скажем так. То есть не хватило контрастов. Нужно было здесь что-то, блядь, поспокойнее, свидос может поменять. Я не знаю, это вся в целом проблема трека «Психозиса». Что у него, блядь, одна и та же, не знаю, как-то, блядь, одно и то же. В плане не между треков, а внутри треков. Блядь, хуй знает, как вам объяснить. Короче, первый раз, когда послушал, тоже так подумал. В целом, припев охуенный. Прям охуенный. Вообще пиздец. То есть ты намекаешь, что нужно второй раз, да, послушать? Возможно. Возможно, стоит. Давайте послушаем второй раз, хорошо. С первого раза, говорю, охуенный припев, не хватило контрастов. Вообще. Я пока что не хочу добавлять этот трек. Давайте второй раз послушаем. Второй шанс дадим треку, без текста. Ебанутый. Проблема трека в том, курса это Риза будет, курса до сегодня не будет, Риза сегодня будет. Бля, короче, во-первых, припев охуенно залетает на контрастике, ну, точнее, от с тишины, он с первой секунды ебет, и дальше начинается драмка, его уху вообще разъеб идет дальше, ёбнут, ой, блядь, куда я жмал, вот, ёбнутый. А дальше, тут оно как бы это все продолжается, только, ну, на менее, на более-менее спокойствие еще относительно припева, и поэтому аутро хуйня. Вообще, не дает таких же эмоций, как припев. Не добавлю этот трек, несмотря, потому что единственное, что здесь реально крутое, это вот, ну вот это. Вот прям ёбнутое. Базару ноль. Это просто норм, я передумал. Да, просто это хорошо. Вот этого чела нет, вообще мне не нравится. Во-первых, это что вот это было, мне не нравится, не знаю. Вот это плюс какая-то душная тема чуть-чуть. Повтор, блядь, можно бы что-нибудь поинтереснее сделать. И потом залетается припев на абсолютно той же драмке, то есть просто переход какой-то в тупую сделанный. Не очень, не очень. Тем не менее, естественно, будем... Не хватило контрастов на превью. Да, я так и думал. Бро, блядь, читаешь мысли, так и хотел. Спасибо, да, тир 661. 66-11. Бля. Тем не менее, естественно, «Психозис» очень крутой. Будем ждать его новых треков.
Конечно, ко мне он не прислушается, потому что кто это такой, и нахуй меня слушать, это мое сугубо мнение, да и вообще не факт, что он посмотрит, он может увидеть, потому что Мокери замечал уже, они там все в одном генге, да, скореша, вроде как, так что могут увидеть. Ну, да, тем не менее, будем ждать новых релизов, я надеюсь, вам понравилось это видео, если это действительно так, то обязательно поставьте ему лайк, также подпишитесь на мой канал, чтобы не пропускать еще больше реакций, оставляйте комментарии, что волнует по поводу этого трека, реально, обязательно. И, конечно же, не забывайте про Телеграм, Твич, Бусти, все ссылочки в описании. С вами был я, Афан, вы были на канале Афанов Мьюзик. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.